31 августа спортсмены и тренеры Омской академии велоспорта провели велопробег, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Они преодолели путь от велотрека до сквера Дружбы народов, где почтили память жертв терактов и возложили цветы к памятному камню «Народы мира против терроризма». Мы понимаем, насколько это серьезная проблема на данный момент, так как многие люди могут пострадать из-за терроризма. Мы показываем свою сплоченность и показываем то, что для нас ценно. И чтобы младшее поколение, вот, которое с нами видело, что для нас это тоже важно. День солидарности в борьбе с терроризмом был учрежден в нашей стране в связи с трагическими событиями начала сентября 2004 года в Беслане и отмечается 3 сентября. Омская академия велоспорта проводит памятный пробег во второй раз. Мы хотим, чтобы дети помнили, спортсмены помнили о том, что террор – это страшное явление нашего века. Мы единая страна, единый народ, и наши помыслы самые добрые и устремлены к тому, чтобы мы жили все в мире, именно в мире и в согласии со всеми, кто нас окружает. Поэтому мы должны помнить об этих жертвах террора, о тех, кто борется с террором, и напоминать об этом каждый год постоянно. 3 сентября в Омской области пройдет еще несколько памятных акций.